Хейо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry 3. У нас осталось там, в основном, это дособирать почту, и все. И поохотимся тогда на редких самых животных. Погнали. Так, короче, мы подбегаем уже к месту. Да? Да. Сишка нужна? Нет? Окей. Я думал, мне нужно будет это, взрывчатка. C4. Так, сразу перемещаюсь, я ставлю меточку, это мы здесь были. Теперь мы отправляемся сюда. Сюда я отправлюсь через эту точку, поэтому давайте письмо. А, второе письмо Моги, генерал Ямагата. Эти яволы и их самолеты убили многих моих солдат. Я не могу передать, насколько я зол и расстроен, когда вижу, как их самолеты летают над нами. А я даже не могу ответить им огнем из зенитного орудия, и я не могу смотреть на то, как малярия убивает нас. Я слышал предание о том, что эти острова прокляты, но не верил в это до сегодняшнего дня, пока рядовой Тадао не доложил мне, что последние сообщения настолько искажены, что их невозможно разобрать. Ему было так стыдно. Он даже не мог посмотреть мне в глаза. Рядовой Тадао плохой солдат. Я заставлял других солдатов бить его на учениях, чтобы привить ему чувство смирения, но так ничего и не добился. Майор Курамоги. Так, и у нас остается, да, 7 писем. Нихера себе, ладно, погнали. Так, ладно, давайте тогда искать проходик туда внутрь. Хотя бы где его найти. А, хотя стойте, вон зенитка. Если здесь я смогу залезть по камням. А я бы вам помог. Что вы орете? Что такое? Надо поговорить. Тачка не заводится. Глянь, в чем дело. Так я могу, не могу вам починить, алло, ты дурачок. У меня нету специальных инструментов. Хотя можно взять вместо чего-то, я не знаю, и попытаться помогать таким людям вот. А если Рилю так помогать ей? Мне кажется, прикольная идея, хорошая даже. Так, лады, как мне сюда к вам спуститься так? А, все, нашел проход. Такие теневые хери, это значит, можно пройти. Так, побежали зениточки. Так, следующее, куда мне нужно лететь. Если что, я поставлю вместо чего-то вот этот инструмент. Ага. Где наши следующие письма? Куда мне идти? Так, одно вон внизу вижу письмо. Так, сюда тогда пойдем через... Да, давайте через аванпост Амануаки. Так, что по письму? Первое письмо Моги, генерал Ямагата. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете в этом осенний день. Климат здесь влажный и неприятный. Не сомневаюсь, что он вреден для здоровья. Простите за эту фамильярность, но я не стал настоящим солдатом, если бы не брал с вас пример. И пусть мы никогда не встретимся, я верно служил своему отечеству. Надеюсь, император будет мной гордиться. Так, мной гордиться. Американцы забрасывают нас бомбами, как трусы. Я видел дым, ведущий из труб их кораблей, плавающий на севере мимо нас. Так. Они нападают на нас, потому что знают, что остров неприступен, но им повезло, насколько бомб уничтожили наши бункеры. А малярия довершила дело. Я решил увести солдат в джунгли, как это сделали вы во время первой войны с Германией. Мой долг уничтожить врага. Я всегда на стороже и мечтаю пролить их кровь. Майор Курамоги. Окей. Го. Так, у нас здесь есть реликвии. И да, я все-таки взял вместо пистолета эту херь. Смотрите. Но. Не работает? А вот на дома работает. Мы
Мы очистим тут все от пиратов. Цитра обещала. Так, где-то здесь, да? Да. То есть я могу теперь пулеметчиков и огнеметчиков просто поджигать. Хотя хер его насчет огнеметчиков. Вот пулеметчиков я точно смогу убивать с помощью этой штуки. Так, вопрос теперь вот в чем. Как мне забраться наверх? Хотя уже все. Проблема решена или нет? А, нет, да? А нет, решена. Сейчас попытаемся с этой стороны забраться. Пожалуйста. Давай, ну нет, 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 нет. Эх. Здесь проход есть? А, да, походу тут есть проход. Ну, погнали тогда сюда. Побежали. Тут было прекрасно. И снова будет. А, все. Да, флаг Японии. Японское письмо. Письмо море. А письмо море. Мама, мы потеряли еще 7 человек, в том числе Ичи и Кена. Они были как братья. Кен был таким забавным. Жаль, что ты его не знала. Ичи был спокойным и сильным. Никогда не жаловался. Мне понадобилось все силы. А майор Морли превращается в одержимого. Нехорошо говорить о таких вещах, но больше я ни с кем не могу поделиться. Майор Моги ведет. Моги видит врага там, где их нет. Американцы не высаживаются, а видят их за каждым деревом. Любимая птица — это вражеский самолет. Любимая тень — бомба. Он даже обвиняет нас в... Так, обвиняет нас в сговоре с врагом. Я уверен... Так, я уверен, все снова будут... Все будет снова хорошо, когда мы получим... Весточку с радио. Джунгли пугают нас своими призраками. Твой сын, младший капрал, Мори. Окей, Мори. Let's go. Так, все, я, короче, от старика бывшего, ну, деда Грибоеда прилетел сюда вот. Так, осталось найти вход. Ну... Ой, кажется, я нашел ход, но не туда, куда мне нужно. Хорошо, что это было не смертоносное падение. Было бы обидно. А, здорово. Так, ребят, потеряно письмо. Письмо Хиого. Моя дорогая Аюми. Я счастлив, что снова пишу тебе. Уже несколько месяцев мы торчим в джунглях. Тут очень жарко и влажно. Мы установили ловушки и готовим место для засад. Майор Моги говорит, что американцы могут высадиться в любое время. А рядовой Тадао уверен, что они уже захватили все острова вокруг нас. Американцы нас боятся и поэтому только бомбят нас с воздуха. Так, с воздуха. Я верю майору Моги. Он всегда был хорошим командиром, но он очень требовательный и ждет от нас полной самоотдачи. Бремя лидерства давит на него тяжким грузом. Он не спит по ночам, а когда думает, что мы его не видим, разговаривает сам с собой. Вот что нам... Так. Вот что с нами делает долг, моя дочка. Мы становимся мужчинами и безумцами. А еще его... еще его что-то тревожит, но я не осмеюсь спросить. Это не мое дело. Рядовой Арато Хиого. Так, окей. Го. Так, я нашел еще одно письмо на карте. Ну и всего их осталось 4, но я нашел только одно еще письмо. И как раз вот у меня есть болгарка, давайте я помогу. Эй, не могли бы помочь? Моя машина сломалась. Готово? Как новенькая? Она заводится? Спасибо! Спасибо за помощь! Огромное спасибо!
А, вот только по 50 платите, окей. Нам. Хотя давайте я уже вместе с вами дойду до туда. Тут так, вот это вот мне не нравится. Так, акула. Зубатая тварюка. Все. Больше меня ничего не укусит втихаря. Да ты тварь. Ты тварь. Так. А здесь я смогу подняться? Смогу. Так, вот наше место. Вот наше письмо. Не, действительно. Вот, 17. Первое письмо Тадау. Моя дорогая жена, моя прекрасная дочь. Я не знаю, зачем я пишу. Я знаю, что вы никогда не прочтете это письмо, и если, если потомок императора будет милостив, никогда не узнает о моем позоре. Я не могу объяснить, почему я вывел из строя радиостанцию, но эти люди, сейчас это моя семья. Когда я услышав новости, я почувствовал, как у меня разорвалось сердце. Разве я могу допустить, чтобы они страдали, как я? А теперь, когда я могу скрыть это от них, когда упала бомба, ты уверен, ты наверное, была в саду. Или кормила яйку. Айку. Ты что-нибудь почувствовала? Ты вообще только... Так, ты вообще поняла, что случилось? Эти вопросы не дают мне покоя. Я только надеюсь, что ты не мучилась. Я молюсь, чтобы ты умерла так и не узнав, что это... Что это было потом. Что было потом. Тадао. Так, а теперь у нас проблема, то, что я не могу найти последние три письма на карте. Их вообще я не вижу, они не отображаются. Но еще посмотрю, если что, мы поплывем с вами. Сейчас покажу вам куда. Я возьму лодочку. Я хочу проплыть вот в этом вот месте. Потому что тут чисто все затемненное. Ой, тут очень глубоко, но здесь, наверное, что-то есть спрятанное. И закрыто от игрока. Поэтому мы поплывем туда. Поэтому ждите, пока я найду катер или лодку. Не знаю, в принципе, я уже плыву. Думал, тут что-то на самом деле скрыто от игрока. Да нет. Просто море. Ну, вы сами видите, да? Я вот плыву. А смысла нет. Хотя там вон вдалеке остров какой-то есть. А, это, наверное, тот, который есть на карте, да? Я не знаю, давайте здесь спрыгнем, да, посмотрим. Так сказать, займемся дайвингом. Нихера себе, я слышу собаку, насколько далеко. Ну что, плюх? А, да, насчет писем. Я не нашел ничего. Буду надеяться, я тут что-то найду. Здесь ничего нету. Да, здесь просто очень глубоко. Обидно. Ладно, что у нас еще здесь есть? А, у меня карта сломалась. Точно. Нужно перезапускать, ладно. Давайте встретимся, когда я буду уже снаружи. Вы видите, да, что я нашел? Да, я нашел еще одно письмо. Только... О, тихо! Нет, тихо. Оп! Тихо. Оп! Мне нужно забраться только наверх. Оп! Давайте с этой стороны. Уау! Ух!
Ладно, твою шкуру я возьму. Письмо Сата. Путеводитель, реликвии, письма. Это оно. Моя дорогая Кайка, к тому времени, как ты это прочтешь, я умру, а ты вырастешь. Твоя мама отдаст тебе это письмо, когда решит, что ты готова его прочесть. Я могу лишь надеяться, что она не будет плохо говорить обо мне, и что ты помолишься за меня, как я помолился за тебя. Мы очень заняты, работаем и поем японские боевые гимны. Интересно, Йову будет петь в твое время? Я надеюсь, что твоя Япония живет в мире процветаний, и у нее нет столько врагов, как в этой песне. Так, мы пропадаем в этих джунглях. Малерьяна не жалеет никого, и нас осталось слишком мало. Майор Моги говорит, что мы должны приготовиться к высадке американцев на берегу и отправить их обратно в море, но на корм рыбам. И мы победим только в том случае, если каждый из нас будет готов ради этого отдать свою жизнь. Капитан Джиджо Сата. Я прочел, да, надеюсь, Джиджо Сата. И нам осталось два письма, да. Я хотел сказать, но я выключил нечаянно запись. Ладно, погнали. Ха, ребят, как бы то это ни было странно, я нашел сразу два письма рядом, которые находятся. Вот видите, первый и второй вон, слева и справа. Ну что, пойдемте за ними. Ладно, мы подходим, короче, к следующему, так сказать, письмецу. Находится он на краю где-то острова, ну, побережье даже сказать. О, письмо даже тут лежит, на уличке. Ладно. Так, и сразу давайте я тпхнусь на следующее место, да, поставлю хотя бы метку. Отсюда пойду туда. Да, давайте сразу вместе с вами. Так, прочесть письмо. Два письма были рядышком. Вторая строчка снизу. Письмо Масахиро. Полковнику Имады Дайчи. Доктор Каго Хаята пытается устроить диверсию на объекте, но был застрелен, и мы не можем допросить его и узнать, что побудило его к этому. К счастью, проекты не пострадали, и я был бы очень рад, если бы вы как можно быстрее прислали бы ученого, который заменит доктора Когу. Подполковник Ямадо Масахиро. А, это тот, который, короче, украл у него идею, походу. Да? Походу, что да. Ну ладно. Пошли за ластом. Так, короче, да, мы прибежали. И вот наш спуск, походу, вниз. Надеюсь, тут крокодилов нету. Хотя хер его знает. Так, это последнее письмо. Давайте прочтем. Четвертое письмо Хаята. Полковник Имада Дайчи, вы хотели навредить мне, но я отплачу вам той же монетой. К тому времени, как вы это прочитаете, я выпущу зараженных насекомых в лаборатории Киокен и сделаю так, чтобы генераторы для проекта Тенка перегреются. А когда солдаты Японской империи придут сюда, чтобы узнать, что случилось, вам не удастся скрыть правду, и я стану героем империи. Мне бы очень хотелось бы посмотреть на ваше лицо, когда они придут вас арестовывать. Потом вас разжалуют, а семью выгонят на улицу. Я хочу, чтобы вы помнили, вы сами обрели себя на такую судьбу, доктор Когао Хаята. Ну, как мы поняли из письма, из 16-го, да? Он ему просто стрельнул в голову, и все. Так, теперь, короче, мы с вами должны поохотиться на крупную дичь, но для этого мне нужно сначала охотиться на обычную дичь, поэтому погнали. Встретимся, когда я уже все это сделаю. Короче, ребята, оказывается, можно не убивать именно всех животных. Достаточно вот найти вот такой, да, вот постер есть, это с обычными, а вот рар, с редкими. Нам нужно вот именно с редкими. Чучельнику нужна туша редкого крокодила альбинос, убейте его с помощью мачете. А мы беремся за это дело. Только нам осталось до тут добежать. Блин, нужно было машину этих взять. Давайте, короче, продолжу, когда туда приду.
Короче, я уже подхожу к месту, и я нашел какие-то два новых растения. Так, путеводитель. Растительность. Гибискуэ. Жители острова используют гибискус в самых разных целях. От чая до пищевого красителя. Традиционное местное лекарство от простуды. Чай из грибскуса, блядь. С медом, лимоном и каплей виски. В моей рецепте капля равна 1 литру. Ну, на то оно и мой рецепт. Да, я понял, капля виски. Так, следующее у нас палавни. Палани. Родич имбиря с красными цветками. Местные часто используют его в качестве добавки для разноцветных домашних лекарств. Например, кокаиновых палани или героиновых палани. Классно. Так, нам, короче, нужно убить с мачете, да, как я помню. Если что, мне нужно имбирь собирать, это желтые растения, для того, чтобы его грохнуть. Так, у меня дают же предмет, да, я надеюсь, для охоты. Так, хорошо. Он где-то в том районе, да? Если да, то мне нужно... Первое, это доплыть сюда. Да-да-да, он где-то здесь, в этом болотце. Но чтобы долго не искать, я предлагаю сделать вот как. Создание предметов. Снадобье охотника. И у меня здесь есть такое. Применить, чтобы видеть животных. Создание предметов. Снадобье охотника. Изготовить. Применить. Все. Теперь эти животные... Они что, не налаживаются друг на друга? Вы черт! Я думал, они друг на друга налаживаются. Бля, как мне тогда его находить? Эй-эй-эй! Тихо-тихо-тихо-тихо. Это он? Да? Нет. Ну или это он? Да, это он. Крокодил альбинос. Черт, я думал, он накладывается друг на друга, оказывается, не, ни хера. Так, все, теперь я могу заюзать на себя стопы. Да? Создать предметы. Могушь? Могу, скажите, что могу. Так, это огненная стрела, это вообще не то. Колчан. Не то. Так, редкое животное было сказано. Большое древо. Бумажник, не то. Рюкзак, не то. Так, алло, я же редких ловил. Нет. Окей, хорошо, давайте дальше искать животных. Окей, погнали. Так, реденькое нашел. Редкая черная пантера убила местного охотника, и ее нужно убить, используя лук. Хорошо. А где это я нашел? Сразу показываю. Вот, вот это место. От дома доктора. А вот ту херь я убивал, сейчас скажу где. Так, стоять. Это тот остров? Да, это тот остров. Блять, а где я того? А, я не могу пока этого, точно не убью. Ладно, хорошо. Лук же мне дадут, должны дать. Убью и тогда вам покажу. О. Белая пантера, я иду к тебе. Тихо. Так что мне, огнемет? Всегда хотел с лука пострелять. А у меня, кажется, есть же лук, да? Че с луком не хотел? Так, реликвия. Пускай будет у меня. Так, поехали. Не то. Не то. А, создание предметов. Так, снадобье охотника. Так, изготовить. Так, мне нужно что? 7-8, да?
Окей. 7. Это ты? Нет, мне нужна белая. А черная, да, пантера? Да, вот. Так, все, 8. Эй, ты ж не можешь, да, на меня нападать? Да. Да тихо ты. Вы не можете на меня нападать, потому что я... Так ты, тварь. Убита, черная пантера. Все. Готово. Погнали дальше. А, да, описание всех животных я прочту в конце. А, большая медицинская сумка. Можно изготовить. Нихера себе. Давайте тогда на все похотимся, а потом уже все будем готовить. Поэтому погнали далее. Точно, я же вам хотел показать, где я убил того, да? Сейчас. А, первое животное, медведя. Вот здесь я убил. Вот здесь, кажется, если не ошибаюсь. Или вот здесь. Кажется, вот здесь. Так, лады, у нас следующее это вот редкое животное. Чувствительно нужна шкура редкого золотого тигра. Беремся. Так. Оп. Погнали, из чего? Блин, не сказали, да, из чего нужно быть? Ладно, побежали там, возьмем орудие. Так, все, короче, мы подбегаем. Если с лука, то, в принципе, буду юзать так же, как и юзал. Да? Что мне предлагают? Да, тоже лук. Так, золотой тигр. Тогда поехали. Первое. Вижен. Тут и... Ага, вижу. Золотой. Тихо. 8. Он меня увидел. Да, кажется, это он. Да тихо ты. Варя, остановись. Ай, черт. Золотой тигр, готов. Мое. Гадость. Да, гадость, а ты что думал? Так, идем далее. Так, погнали. Следующее. Местному лекарю нужна неповрежденная туша кровожадного комода. Комода, 100. Добежим, не беда. Можно даже не останавливать запись, я думаю, здесь все равно сотку пробежать, это не так уж. Это ж не 300 бежать чем-то. Так я не посмотрел, с чего мне нужно его убить. Если с этого хотя бы пишут, что там лук нужен, все такое, огнемет. Да, огнемет я убивал диких собак. Тоже с лука. Поехали. Так, я их вижу там много, комодов этих. Так, окей. Восьмерка. Тихо. Это не ты. Вот он, походу, кровожадный. Да, потому что... Да я тебя убью за компанию. Минус. О, нужно этих трав пособирать сейчас будет. Желтых. И пойдем дальше, да? Погнали. Погнали. А редкий белобрюхи, короче, топир. Топир здесь лучше остановить. Так, ладно, все, мы подбежали. Берем то, что мне предлагают убивать его. С чего? Опять с лука. Поехали, семерочка. Так, одного вижу. Нихера их тут. Это точно не ты. Белобрюхи. Значит, мне нужно белого искать.
Давай. Не ты. Но ты, может быть, нет. Вот он, белобрюхий. Так, тихо, поехали. Готово. Это было быстро. Даже не потратил другую сыворотку. Идем к следующему. Так, следующее животное. Бессмертный медведя. Это вызови медведя и убить его из... Хорошо, дробовика. Это хорошо, дробовик, что? Побежали. Посмотрим, насколько этот медведь... А, у меня дробаш есть, точняк. Все. Я что, в пещеру пойду? О, походу на то. Бессмертный медведь. Так, сразу восьмерку себе вколю. Да? Это ты, да, бессмертный? Или ты? О, нихера с тобой что? Да уж, бессмертный. Легкий медведь. Но он весь в крови, весь в порезах. Но он труп. Ладно, ищем следующую жертву. Так, следующее животное. Вместо моего чучела нужен железный казуар. Но будем искать птицу. Далеко, не очень, погнали. Так, все, побежали. Походу, не на тем, на том острове. Да, у меня есть оружие, все, погнали. Значит, семерка. У меня нету семерки. Это он? Или то он? Еще где-то есть. Орут, да. Во-во-во! Нашел я тебя, все. У меня шприцов просто старя не было больше. Да, время уже будет 40 минут чем-то у меня видео. Ну ладно, погнали, у нас осталось еще несколько животных и прочитаю описание всех этих. Так, следующее животное. Однорогого буйвола. Хорошо, у него один рог. Побежали туда. Так, что у нас здесь? Дробовик, хорошо. Так, это вообще не то. Дробовик. Сразу. Фотик. Всех фоткаю. Мне нужны однороги только. Так, все, все заснято, да. 8. Однорогий. Ты. Ты стой. Готово. Минус однорогий. Артефакт я сам заберу, если что. Хотя, ладно, давайте вместе с вами по-быстрому. Что мне тут нужно? Ой, это, короче, морозится. Хотя, давайте, ладно, быстро. Тут есть проход? Нету, все, ладно. Тогда пропускаем. Так, и еще у нас есть, осталось два. Туша акулы-людоеда. Ох, сейчас мы будем на акулку охотиться. Вот это уже поприкольнее, ребята. Это что-то новенькое. Тогда. Блин. А с чего убивать? Это что я прожал? А, хилку? Ладно, хилку можно. Так. Шесть... Семерка мне нужна. Окей. Так, там две всего лишь акулы. Это хорошо. Так, раз. Два. Три, четыре. Теперь понять, кто из них какая. Так, из чего мне... А, я понял, хорошо. Восьмерка, поехали. Буду думать, что это ты. А не, вот ты. О, она грызется! Слышите?
А где акула-людоед? Она грызется. А как мне стрелять через воду? Нихера, тут еще акулы. Я ж не могу резать. Ладно, поехали сюда. Нужно как-то ее загасить. Это не ты. Это не ты. А где акула-людоед? Вы это херня. Серьезно? Ладно, поехали. Все, акула-людоед убита. На поверхность. Так, следующее. Полетели, последний остался, кажется. Короче, ребят, я приехал на последний. Оказывается, это не рарное, а обычное. Значит, мы все с вами сделали. Давайте тогда создадим это все. Создание предметов. А, бумажник. Большой бумажник создать. Рюкзак. Улучшим рюкзак. Медицинская сумка. Улучшим медицинскую сумку. Что здесь у нас? Патронники. Гранатометный. Для мин. Перевязка. Колчан для стрел. Все, мы с вами на все поохотились. Все убили. Давайте теперь по путеводителю посмотрим, что у нас. Так, здесь у нас все открыто, в принципе. Навыки все открыты, сюжетные задания все, рецепты все. Оружие, вот одно оружие нужно. Блин, а где его хотя бы найти? Ладно. Дикие животные. Черная пантера. Черная пантера. Поговаривает, что у черной пантеры, бегающей по острову, мех темнее ночи и даже темнее, чем волосы у турков. Шуточка, я понял. Дикие животные. Кровожадный комода. Одно из самых загадочных... Загадочных созданий на острове. Комодский варан, у которого слюна окрашена в цвет крови. Держу пари, в будущем он будет... Он может стать любым экзотическим домашним питомцем, когда люди надоест питоны. Так, следующее. Золотой тигр. Нет более редкого и опасного зверя, чем золотой сумчатый тигр. Его шкура подается продается быстрее, чем русское правительство. Окей. Акула-людоед. Местные рыбаки рассказывали об акуле, которая любит лакомиться человечиной. Все, кто пытался поймать ее, исчезали бесследно. И лишь одному из этих... из них перед смертью удалось зацепить акулу крюком. Наверное, не стоило ему в тот день выходить из дома. Так. Однороги. Мне рассказывали об одном местном быке. Он настолько злобен, что однажды забодал тигра. При этом один из его рогов сломался и остался в теле несчастной кошки. Разве это не жестоко? Да, это жестоко. И у нас остается два. Ой, давайте. Белобрюхий топир. Именно у этого топира нежная часть живота имеет характеристики белой окраски. Неважно, откуда я это знаю. Скажу только, что не обошлось без кубинского рома и мескалина. Убей его, и я попробую о нем забыть. Хорошо. Желтобрюхая казуар. Если верить моему иллюстрированию справочнику, шеи у казуара могут быть окрашены в разные цвета, и эти птицы нападают на людей. Если ты убьешь казуара с желтой шеей, то заслужишь мое уважение и леденец. Ха. На вкус напоминает мел. Прикольно. Бессмертный медведь. На Рук-Айленде ходят сплетни об огромном медведе, который нельзя убить. Один говорит, что он весь в шрамах, и их оставили те, кто пытался его убить. Другие утверждают, что это... Экзема. Попробую разобраться сам. Экзема. Разберись. Все? Да, все. Ладно. Тогда давайте я... Да, оружие, ладно, я думаю, не так уже важно. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до встречи, друзья. И да, это... Все, финальная серия... Far Cry 3, мы его закончили. Есть.
Следующая у нас будет в очереди, наверное, какая-то тоже крупная игра со свободным миром. Поэтому всем пока.